Вас не заснять одно из первых мест, где я когда-то начинал проводить еще свои охоты на Hot Wheels. Одни из первых охот я когда-то делал именно в этом гипо. Поэтому посмотрим с вами, что здесь есть сегодня по Hot Wheels, по матчбоксу. Показываю еще всякие конструкторы вам сразу. Не забывайте про Лукаса, про подписчиков, пишите комменты, друзья. Вот такие вот замечательные тут хаммеры есть. И Toyota FJ Cruiser даже стоит, интересно. Идем дальше с вами смотреть. Технопарк. Ну как же без технопарка в наших магазинах? Различные кастинги от технопарка присутствуют, конечно же. Большие, правда, я такие особо не собираю, но тем не менее. Яйца. Машинки в яйцах. SXX0, Velle и Ramsey City Junior. Технопарковские также яйца с тачками. Давайте посмотрим, что у них есть. Особо даже не видно, что внутри, но вот что может попасться, тем не менее. Ценник сами видите. Курс сейчас 3.1 к доллару у нас примерно. Классный катер Range Rover лежит. На некоторых яйцах они прозрачные. И можно видеть, что здесь лежит внутри. Здесь вообще вертолет, походу. Вот это забавно, то есть не надо там выискивать что-то, просто смотришь и видишь, что внутри находится черный рейндж, например. На самом деле приятно, когда они ламба прозрачная. Правда, я не знаю, как они, насколько хорошо едут. На GT есть несколько из подобных, надо будет для вас сделать как-нибудь на них обзор, как вы думаете, надо или нет. Также есть Ramsey City маленькие, 1:64, Big. Ну, Биг это такой, знаете, лютый-лютый Китай, скажем так. Немножечко Кинсмарта. И подходим к знаменитым кейсам Hot Wheels потихонечку. Не кейс, а имею в виду к стенду Hot Wheels. Прикольный вайперок, кстати, стоит здесь. От Маиста. Различные кастинги. Есть Бурага сверху также. Тоже что неплохо вполне. Ну и Hot Wheels, собственно говоря. По Hot Wheels, кстати, передаю привет Ильюхе Зверю. Я знаю, что он недавно своему сыну брал что-то подобное из Hot Wheels, такие вот длинные Hot Wheels. Кстати, ни разу их еще не делал по ним обзор, интересно было бы. Давайте посмотрим, что у нас здесь на стенде стоит, который прикреплен в виде трека. Смотрите, какая ламба, а? Как он такое? Это случайно не СТХ-шка, а? Как вы думаете? Похоже на СТХ-шку? Или это вообще не... Прикольно, конечно. На стенде больше тачек. Гораздо больше интересных тачек скейт, чем висит на полках. Тут висят в основном одни фэнтезийки. Смотрите, какая красота, а? Специально для вас показываю. Такое вы больше нигде не увидите. Ну вот, прикольная фэнтезийка, кстати, Metal Dream Model. Здесь вроде бы должны быть еще где-то по Hot Wheels, типа отдельных балк ящиков, но я не уверен, надо будет поискать, походить. Пятерочки. Еще пятерочки различные. В основном фэнтезийные пятерки. Матчбокса довольно много хорошего в этом магазине. По цене, правда, вам не скажу, не вижу пока цену на тройке. Но матчбокса здесь добротного довольно много. Ну, по Hot Wheels, как вы можете видеть, да, Formula SLR. В основном такие газ джекет. Head gasket, простите. В основном такие вот фантазички. Вот из Легенса висит одна тачка. С ничего такого супер прикольного нету. Классная тачка тоже. Вот это вот Honda Rocket Oil Special. Люблю вот эти вот замечательные Skull Shakers. Ну, в целом, как вы можете видеть, в основном фантазийки. Есть монстр траки. Куча пластика монстр траков. Еще пятерочки от матчбокса. Кстати, пятерочка топовая. Вместе с Subaru. Еще часть топовых пятерочек. Старых пятерочек наборы. Их уже нигде практически не найдете. Ценник 42 наших белорусских рубля. Это не российские. Переводите в доллары по курсу 3. 3.3, наверное, сейчас курс ваш правильно будет. Неплохие наборы висят. Три одинаковых. Тройки, тройки. Вот это вот редкость, кстати, за 14 турбасов вполне нормально. Два Луни Тюнса. Причем Попа. Обратите внимание, Попа Вилли. Вилли Попа.
грузовики, немного их совсем здесь. Монстр траки, кстати, у нас спор был с вами, сокровище ли этот монстр трак или нет, но значок Treasure Hunt здесь присутствует, так что очередной Treasure Hunt найден. Смотрите, какой еще жучок здесь висит, классный ценник. Вот такой-то, чуть больше $10. Прикольный Mega Rex. И вот вроде бы, кстати, вот это вот ТХ-шечка, если я не ошибаюсь, висит. Но так как у меня он уже где-то есть, Оскар Майер этот, я его брать, наверное, не буду. Поэтому, если хотите, кстати, классный очень garbage track за 9 рубасов. Если хотите ТХ-шку Monster Truck, вот здесь оно есть, в этом магазине присутствует. Военная техника, щиток от матчбокса. Ну, по матчбоксу я вам тоже скажу, знаете, висят в основном, в целом, практически одни фэнтезийки, за исключением нескольких прикольных кастингов, типа вот этого. То есть по ним брать тоже особо здесь особо сильно и нечего. Вот, набор универсалов, кстати, классный есть достаточно. И вот дальше продолжение волшебного стенда. Тут даже боуншейкер висит. Обалдеть. Вот это вот постарались, ребята. Крутейший автобус. Смотрите, вот это какая крутотень, а. Классно сделали. Жалко этих тачек, которые здесь повисли. Но как стенд для шоу вполне себе очень даже круто выглядит. Погани стоит здесь даже. Здорово. Вот это вообще прелесть. Такую редкую-редкую машинку залепили. Вот я бы мечтал бы что-нибудь подобное в коллекции иметь, а ты? Такой весьма-весьма классный стенд. Даже не все модели здесь узнаю. Они из таких старых, знаете, более-менее. Это что, Honda? А нет, это Volkswagen, по-моему, Golf. Как он такой белый? Volks, а? Видели такое когда-нибудь? Грузовичок старенький. Офигеть, вот это вот кастинг, а? Вот это вот стенд, супер. Вот это я, правда, видел. У меня даже есть такой подобный, но... Вот вам эксклюзив очередной. Набор треков есть. Так, по матчбоксу. Action Drivers. Наборы дороговато, правда, стоят всякие стояночки. Тоже прикольные штуки, на самом деле. Хотелось бы, может быть, что-нибудь подобное даже в коллекции когда-нибудь иметь и рассмотреть поближе. Различные конструкторы, типа Hot Wheels. Но не Hot Wheels, но под брендом Hot Wheels. А может, они от Hot Wheels. Лего Дупло. Идем с вами искать. Отдельно в ящиках кастинг есть здесь или нет. Здесь, знаете, раньше были корзинки, какие-то стачки, но что-то их найти уже не могу. Видимо, их подразобрали. Так что вот, суперский магазин. Если будете когда здесь, рекомендую посетить. Много прикольных вещей есть. Особенно радует, конечно, вот этот стенд постоять, порассматривать, который я для вас подзаснял. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Маленький Бурага тоже есть. Надеюсь, там понравилась эта охота. Себе пока брать ничего не буду, потому что ничего редкого не нашел особо. Но магазин весьма прикольный. Рад был здесь снова побывать с вами. С вами был Автоход. До новых встреч, ребята.